about your life. Tell me we got time to rise above the clouds, above the clouds. Tell me a little story about your thoughts. Do you even feel you got time enough? Around the clock, around the clock. Лучше погодка для игры. Тяжело, душно было. Надеялись, конечно, что дождь не пойдет. Потому что некоторые игроки у нас вовремя подходящий. Было бы совсем по-другому все. Ну, постарались. Конечно, с удалениями лажа получилась у нас. Старались, изо всех сил все бились, видно. Ну, переиграли, перебегали нас. Можно так сказать. Ну, все же таки червоні картки зіграли роль. Ну, конечно, конечно. Когда остается одна замена, просто дышаться тяжело. Приходится все время в движении находиться. Команда погоняла нас тоже. Неплохо в пасы не играли порой. Ну, как-то немножко мы подкачали сами по себе. Моменты были хорошие. Нервишки, конечно, сдавали у некоторых игроков. Так, не худшая игра наша в этом сезоне. Ну, а до этих видов была больше-менее ровная игра, или все-таки кто-то переважал? Да, мы, если честно, так были, наверное, самоуверены, что до удаления, что переиграем спокойно. Может, расслабились, а удаление сделали свое дело и не потянули мы. По физике как-то так. Павлюк Вло, капитан команды «Интерны». Коли повернешься у гру, скажи? Ну, еще не скоро. Еще не скоро? Да, как минимум полгода хотя бы надо еще восстановить. Еще бегать тяжело. Ясно. Ну, ты спостерігав уважно за грою. Який момент, можливо, став переломним, як ти думаєш? Ну, я думаю, удаление у них первое. Ну, там лишнего разыгрывали, забивали. Ну, второе удаление вообще их там, мне кажется, просто похоронило. Потому что у них и там одна замена, ну, пацаны, мы физически, я согласен, там, капитан, я слышал, что он комментировал, ну, я согласен, мы по физике их перебегали сегодня. А чому так багато було фолів, як ти думаєш? Це почалося, що зачепилося так, чи... Ні, ну, це футбол, це боротьба, ну, хороша команда, ну, вони боролись, ми боролись, ну, хтось технічний, хтось не успіває, от і фоли. Ну, сказати, що сильно груба гра була, ну, я б не сказав, ну, були моменти, що, ну, опять же, ми ж не на танці прийшли, ми в футбол прийшли грати. Ясно, ну ти задоволений рахунком? Да, чи... да, я доволен. Думаю, грой, що... рахунком тоже я доволен. Были, конечно, вопросы к нашему воротнику некоторые. Ну, я честно скажу, ну, там сколько у нас счет? 4 мячи не часто пропускают. Да, 4 мячи он не часто пропускает, но 100% мне кажется, его 2 гола.